Всем здорово, с вами снова Иван Строгих. Сегодня я хотел бы протестировать немножечко автомобиль, не этот. Сегодня будет это Nissan Skyline GT-R R32. Стоит он всего 850 тысяч рублей. Что-то у меня сегодня язык немножко заплетается. Ну, такой красивенький. По управлению он примерно как Nissan Silvia. Потому что я только что обкатывал. Потому что у меня есть в полном каче. Характеристики стоковые. 280 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент 353 ньютона на метр. И вес 1400 килограмм. Вот он у меня с прокачкой на полу лежит. Максимальная мощность 717 лошадиных сил, максимальный крутящий момент 839 ньютон на метр и вес 1120 килограмм. Сразу говорю, я на него даже винил не пытался делать, так налепил. Всего по чуть-чуть. Кстати, вот обвес стоит у него уже, кузов. О, спойлер. Прокачки стоит так же, как Nissan Silvia, точнее почти как все автомобили, но не все, а большинство. Здесь я буду, как это я уже для себя решил, вот откатывать только на пятом треке. Чтобы не было такого, что типа я за кем-то повторяю. Конечно, по управлению такое ощущение, что это самый толстый в мире человек кубарем ползет по асфальту. Вот такая как тавтология. Ну это вот по виду, я по ощущению управления такой вот. Ой, уехал далеко. Ну ладно, заморачиваться не буду особо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Что это было? Кстати, тут на нем поставил рекордик на третьем треке 28 тысяч. А на BMW M3 E30 поставил аж почти 30. Кстати, там даже если несложно, можете посмотреть. Это в официальной группе игры D-Sport. Ну вот, не считая того, что я конкретно запорол первый круг, а второй набрал таки неплохо. Автомобиль, конечно, мне так очень понравился, потому что он плавает, хоть как и выглядит как жиртрист какой-то из Южного парка. Ну, по крайней мере, хорошо себя ведет. И даже не знаю, что там еще дополнить. Красивый. Ну ладно, с вами был Иван Строгих. Пока.